Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джуз, и сегодня мы поиграем с вами в симулятор молока в Роблоксе. Смотрите, сколько здесь много-много молока. И у нас есть вот такой джетпак, который летает на молочной тяге, и мы можем нормально взлетать. И, короче, смотрите, нам надо пить молоко, мы его пьем и заполняем, продаем. Пьем и продаем, потом мы отправляемся так. О, это у нас сундучок, который нам дал еще 100 монеточек, на которые мы сможем еще, наверное, что-то приобрести. Я вижу, здесь у людей есть питомцы всякие разные. Итак, смотрите, X4 молока дает, так это мы купим. Но пока что, наверное, мне это не надо, потому что, ну, дальше покупать я имею в виду. Потому что у меня ДНК не куплен. Вот теперь мы купили ДНК. Следующий у нас 130 стоит. И смотрите, мы сейчас уже гораздо-гораздо быстрее будем всем этим заниматься. Гораздо больше молока пить и больше продавать. Так, а если я буду здесь стоять? Так, нет, мне все равно придется вот так вот выходить. А, только на продажу стоять не получится, ребята. Получится только вот так вот выходить и продавать все это. И сейчас я пойду прикуплю себе следующий ДНК. Так, есть, прикупили. Давайте мы еще посмотрим, что у нас здесь за ранги. Здесь у нас есть следующий ранг. 4 миллиона стоит и дает X2 бонус к прокачке, ребята. Это очень круто. И давайте сейчас здесь посмотрим, что же здесь есть. Вот это у нас здесь джетпаки продаются. И смотрите, так, у нас следующий джетпак 2 уровня, а стоит 1000 коинов. 1000 коинов вроде не так много, и там есть какой-то остров, гигантский остров наверху. Поэтому мы сейчас пойдем смотреть, что же за остров, и еще параллельно попробуем мы поискать, где же у нас питомцы разные продаются. Вот, я вижу, уже здесь есть питомцы. Итак, смотрите, здесь у нас есть простые питомцы за 50, здесь есть за 500. Ну, давайте за 500 мы возьмем, у меня уже там было немножечко гемов, и мне выпадает свинка. Давайте попробуем надеть свинку, посмотрим. Я всего 3 питомца могу носить. Так, смотрите, хорошие у нее статы. X1, но я не знаю, может быть, есть, конечно, еще покруче. Но пока что это единственное, что у меня есть, и еще мне, в принципе, надо вот так вот 2 кристаллика собрать, и у меня будет еще один питомчик. И мы к тебе летим с радостью и приобретаем. И кто же мне сейчас выпадет? Мне выпадает еще одна свинка. Так, и из них сделать шини, по-моему, нельзя. Они какие есть, такие есть. И все, так, давайте отправляемся на продажу. Продаем, 400 мы коинов получили. Смотрите, тут у ребят тоже есть крутые питомчики. Так, 1000 у меня есть, да? Можно попробовать, смотрите, пойти купить джетпак. Может быть, мы с этим джетпаком сможем забраться на следующий остров. Это очень интересно. Так, собираем следующий. 1 миллион стоит уже следующий. Вау, отчет как-то, мне кажется, дорого. Так, давай попробуем сюда забраться. Так, опа, есть, забрались. И сейчас я вижу, что мы можем забраться уже на какие-то облачка. Так, теперь вот сюда надо забраться. Так, опа, есть, смотрите. Я продвигаюсь отлично по молочным облакам. Так, есть. И, возможно, мы сейчас с вами сможем оседлать новый остров. Есть, вау, смотрите, что за остров какой-то странный у него. Фигуры, это что, это грибы какие-то или что? Воу, я добрался до следующего острова, но я до него не залетел. Так, есть, смотрите, что здесь находится? Это у нас шоколадный какой-то остров, и здесь шоколадная река. Так, давайте смотреть, здесь тоже есть питомцы. Всякие-всякие разные питомчики есть, и они стоят у нас... Сколько стоят? Не написано, сколько стоит, а почему... Почему? Странно, да? Но есть вот эти питомцы, но их приобрести нельзя. Но, может быть, потом это добавят. Я, конечно, в этом не уверен. Давайте мы зайдем сюда в портал. А что, я не могу и в портал зайти? Этот остров не работает, что ли? Как-то так. Ну-ка, давайте мы сейчас еще дальше проберемся. Еще выше заберемся. Так, давай, включайся, турбодвигатель. Мы попробуем посмотреть следующий остров. Может, этот остров был сломан? Так.
как, ага, вот сюда могу забраться, так, окей, есть, дальше. Дальше, до этого острова смогу долететь? Кажется, нет, фух, еле-еле как, засейвился. Так что давайте мы тогда пойдем вот сюда, на этот островок, опа, и потом вон на тот большой. Надо до него добраться как-то, чтобы у нас получилось до него добраться. Так, и теперь вот сюда летим. Опа, есть. Дальше. Дальше надо вот на этот перебираться. Сейчас мы доберемся до тебя. Я знаю, как забраться выше. Так, теперь надо вот этот остров как-то добраться до него. Есть. Нет, как это так? Я вроде бы добрался до него, но упал. Это было немножечко стрёмно, конечно. Но я сейчас попробую забраться. Еще раз попыточку сделаем. Так, ребят, я вновь на этом острове стою. Но я до туда не долечу. Поэтому мне, скорее всего, придется попробовать добраться вот до этого маленького облачка. Нет! О! Ух! Не упал, да? Нет, не упал. Ну, это было достаточно страшно. Так, давайте мы попробуем другим путем пойти. Так, отсюда я смогу забраться вот до этого облачка? Кажется, смогу. Надо постараться только хорошо. Хорошо, постараемся. Давай. Нет, чуть-чуть не хватает, ребята. Ладно, давайте мы отправляемся на продажу. Мы понимаем то, что у нас не получается до туда забраться. Это, конечно, печально. Очень печально. И печально то, что мы не можем купить там яички и посмотреть, сколько они стоят. Так, мы опять набрали 1000 коинов, так что давайте сейчас идем на продажу. Покупаем еще, наверное, молоко. Вот это следующее сколько стоит? О, 400, давайте это купим. Следующее 1200, да? Но теперь у меня, смотрите, будет моментально быстро заполняться. Поэтому придется здесь немножечко попрокачиваться, вот так вот набрать целую кучу коинов и пойти еще приобрести себе ДНК. Иначе мы с вами вообще никуда не продвинемся и будем моментально все это дело заполнять. Так, идем сюда. Там еще, смотрите, есть какая-то гора или еще что-то, но она до сих пор не открыта. Покупаем все ДНК, которые смогли. Следующий 3500. Ну, я уже почти мог его купить, конечно, но чуть-чуть не хватило, поэтому мы сейчас возвращаемся и опять покупаем ДНК за 3500. Все, отлично. И теперь дальше лайм ДНК у нас есть. Лайм ДНК. Теперь у меня 5000 помещается. Можно побегать хотя бы спокойно, наверное, гемы пособирать. И не париться то, что нам сейчас нужно будет идти на продажу. Обалдеть, здесь молочные реки гигантские. Так, а хотя у меня, смотрите, уже сейчас 5000, а нет, еще не сейчас, хорошо, 3000 у меня заполнилось, и у меня есть 500 гемов, так, даже 700, о, отлично, как хорошо, что у нас сейчас очень много гемов копится. Так, давайте и здесь еще гемасики соберем. Так, у меня заполнилось уже, но здесь очень много гемов, поэтому явно сейчас иду все это собирать. Здесь еще много козочек, коров, вон много гигантских коров. Обалдеть, они большие, ребята, очень большие. Так, еще вот это собираю и отправляюсь на продажу. Так, на продажу мы пошли. И получили мы 14 тысяч коинов. Это очень много. Я думаю, можно будет даже вот так вот сейчас сделать. Сколько мы смогли купить? Ага, мы смогли купить только лайм вот этот, да, за 7 тысяч. Следующий нам уже нельзя. Потому что она 17 тысяч стоит, обалдеть. Но зато сейчас мы еще быстрее прокачаемся, получается, да? Если мы еще вот так вот будем бегать, вот так бежим, прокачиваем. И ребята тоже здесь летают на реактивной тяге, это здорово. Кстати, здесь же еще и магазин есть, может быть, в магазине есть какие-то бусты. Х2 молоко можно купить, бесконечный ДНК за 350, вау, ребята, да вообще можно здесь хорошо. Но вот с коинами здесь, конечно, беда. Смотри, 330 коинов, 50 робуксов стоит. Ну, что-то это вообще бред какой-то. Да уж, и с кристаллами тоже. Но зато геймпассы здесь очень дешевые, поэтому можно и на геймпассах здесь пожить
Отлично. Так, давайте мы ДНК теперь все купим. Все не купили, только два купили, да? Следующее сколько уже? 35 тысяч. Опять чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не подрасчитал. Но сейчас подрасчитаем. Теперь у меня уже точно будет 35 тысяч. 35 тысяч есть. И теперь еще один ДНК мы возьмем. Так, покупаем. Следующий уже сколько стоит? 68 тысяч. Цифры растут, растут. Так, а сколько у меня стоит... сколько нужно до следующего питомца? 5000 гемов, ребят, 5000. Так, ну давайте попробуем набрать 5000. 2000-то у меня уже есть, поэтому я думаю, 5000 не составит большого труда на нового крутого питомца. Тем более я вон там вот, ребята, вижу целую кучу гемов, которые валяются. И кажется, они никому тут не нужны. А нужны, 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 нужны. Отдай гемы, 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 гемы. Но он... Он забрал все гемы, которые я пришел забирать. Ну ладно, ничего страшного, всем гемы нужны. И мы здесь тоже пособираем вот тот вот двое. И здесь тоже соберем, 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 соберем. И у меня уже мой запас ДНК, который я смогу пить. Молоко тоже подходит к концу. Уже 32 тысячи молока мы с вами уплели. А что у меня гемы засчитываются или не засчитываются? Как будто не засчитываются. Что-то как-то плохо с гемами стало, мне кажется. Ну-ка, собираем. Вот, здесь 100 гемов дали, отлично. Отлично, видимо, гемы тоже как-то по-разному дают. Ну-ка, здесь тоже 100. Не знаю, не увидел даже. Ну да, тоже 100. Тоже по соточке, но мало гемов. Так, смотрите, мы уже заполнили ДНК. Обалдеть, 135 тысяч, ребята. Так, я думаю, можно пойти купить молока, да? Сколько я смог купить? Следующее у меня 141 тысячу стоит, так что есть куда стремиться. Так, и есть где искать гемы. Так, идем сюда, вот здесь вроде тоже есть целая куча гемов. Параллельно, кстати, упаковка молока меняется, да, она у меня уже фиолетовая. Сливается с моими свинками. Так, еще осталось 10 гемов собрать. И сможем купить питомца за 5000 гемов. Так, отправляемся... Продаем. И теперь можно, наверное, еще пойти и прикупить себе еще одно молочко. Так, где оно? Оно вот здесь. Покупаем следующее. 269 уже стоит. Вау, ребята. Жесть. Цифры здесь вырастают. Отлично так вырастает. Так, идем сюда. Здесь тоже собираем. Скоро, наверное, мы еще один. Уу, это был батут. И он так высоко меня закидывает. Обалдеть. Я не думал, что он меня так высоко сможет опрокинуть. Так. А, да я же гемы хотел собрать. Там гемы заспавнились. Из-за того, что они там в батуте, не получается. Так, кто первый? Я первый. Есть, я смог собрать. Мне еще 2 гема просто надо на питомца. Так, все, это продаем. Продали. Получили 135 коинов. Ну-ка, а теперь, если мы сейчас купим здесь... а что, покупайся давай. Сейчас, если мы вот здесь питомца еще наденем... О, ничего себе, это кто у нас такой? Вот 20%, 20% у нас, и так... О, X2 дает, отлично. Ну, теперь можно еще сейчас попробовать быстренько вот так вот собрать. Так, а что мне тоже по соточке, да, гемы? Не прибавляет буст гемам, так, продаем. И сколько мне дали? 211. И это все благодаря тому, то, что я просто надел питомца. Это хороший прирост, ребята, очень хороший. Так, у меня вот сейчас скоро будет 1 миллион. Но для начала я хочу купить здесь ДНК. ДНК мы покупаем. И теперь у меня 350 уже вмещается. Вау, ребята, супер, мега классно. А миров-то много, смотрите, миров очень-очень много. Их открывать и открывать. Но джетпаки у меня... Не позволили забраться спокойно на третий остров. Третий остров — это вот это Goldly Sand. Это золотой песок, видимо, пустыня. И Milky Way есть здесь. О, кто любит шоколадку Milky Way? Я вот люблю с кофе пить, очень вкусно. Так, и мы идем дальше, собираем. Собираем здесь гемы, заполняем параллельно. Интересно, сколько у меня будет... Денег за то, что я сейчас 350 тысяч сдам. Мне кажется, очень-очень много. Так, параллельно
Гимаски, хочу еще крутого питомца. Так, продаем, получаем 1 400 000, ребята. Жесть. Ну-ка, давайте попробуем сейчас и молочко купить на все это. У меня уже скоро здесь можно будет ранг поднять. Так, купили все молочко, да? Следующее сколько стоит? О, 900. Ну, давайте сейчас еще сбегаем туда на продажу и купим еще одно молочко. Так. Еще 1 000 000, давай, и хочу крутое молоко купить вот здесь, вот так, покупаем. Все, следующий 1 600 000 стоит. Ну, 1 800 000 даже почти, что вот так вот. Так, собираем. Смотрите, у меня уже 200 000 молока набралось. Мы хорошо с вами развиваемся, можно, наверное, даже будет сейчас и перерождение сделать, да, ранг поднять. Так, но прежде чем поднимать свой ранг, я хочу, ребята, прокачать свой джетпак. Но вначале мы ДНК свое прокачаем. Так, следующий ДНК у нас 1 300 000. 1 300 000! Но я думаю, если я сейчас сдам, у меня будет 1 300 000. Да, у меня теперь есть 1 300 000 на черное ДНК. Так, идем сюда. Покупаем. Есть, отлично. Отлично, и теперь мне нужен 1 000 000 на джетпак. Так, ой, что это такое? Это випка какая-то ненужная. Так, все, погнали. Покупать джетпак, ребята. Покупаем джетпак за 1 000 000. И попробуем еще выше забраться сейчас. На следующий остров хочу забраться. Так, апгрейдим следующий. 1 000 000000 стоит. Вау, ребята, это жесть. Так, ну что, меня вообще пустят на этот остров? Да нет, не пустят. Так, ну я же долетел до него. Ну, смотрите, да, они его не пускают, засранцы, вообще... Видимо, острова еще здесь недоступны, что ли. И даже вот царь горы здесь недоступен почему-то. Интересно, почему? Но со временем, наверное, сделают это. Пока что как бы игра в разработке находится. Поэтому, наверное, и недоступны, я так полагаю. Иначе я других причин этому не вижу. Так, ну мы уже, смотрите, забрались вот на этот остров. Так, есть, хо, забрались, но здесь ничего и никого нет, к сожалению. Так, опа, есть, хорошо у нас работает наш турбодвигатель. Так, и, наверное, мы даже отсюда сможем прям на этот остров забраться, да? Ого, ничего себе, и с этого мы сможем, наверное, забраться до этого острова. Ну, почти, было максимально близко. Так, давай. До этого попробуем облачко, и все. И с этого мы уже сюда с легкостью заберемся, ребята. Вот он, наш новый остров. Здесь тоже, смотрите, много чего есть. Вот тоже питомцы водные, песочные. Но, к сожалению, здесь пока что ничего не работает. И портал нас даже обратно не возвращает, к сожалению. Да, но зато мы заранее можем посмотреть, что же здесь будет. Острова сделаны очень круто, хочу сказать. Очень-очень круто. Здесь даже вот водичка есть прикольная. Так, но она иллюзия воды. На самом деле здесь нет воды. Но вон там дальше еще следующий остров. Но до него мы уже, наверное, не заберемся. Хотя, кто знает. Ну-ка попробуем. Так, опа, отсюда. Теперь вот сюда. Так, перепрыгиваем. И теперь вот на это облачко мне надо есть. И теперь вот сюда. Ну, в принципе, как-то... Ой, там, смотрите, кто-то уже туда бежит. Кто-то хочет забраться. А-а-а, отсюда-то мы, смотрите, мы до туда не сможем забраться. Потому что остров находится слишком высоко. А, не, можем. Смотрите, здесь есть облачко, которое находится ближе. Я его не заметил. А на это облачко мы сможем забраться. Вот так вот. И с этого уже мы можем забраться до сюда. И вот он, ребята, новый остров. Космический Milky Way. На Milky Way вообще не похожим, но на космическую станцию похоже даже отлично, я могу сказать. Здесь тоже у нас ничего не работает, да? Питомцев тоже нельзя купить, но это космические и лунные питомцы. Но выглядит как космическая станция. Вообще круто, замечательно. Здесь даже кто-то есть. Возможно, он будет давать нам квесты какие-то или еще что-то в этом роде. Но пока что он не работает. Так, ну что, продаем, получаем 7 000 000. Ого, 7 000 000, это вам
Не шуточки. Так, идем сюда. И, ребята, покупаем новый ранг. Новый ранг купили. Следующие 700 миллионов этих рангов у нас предостаточно, развиваться есть куда. Так, и у меня джетпак тоже обнулился, да? Да, джетпак тоже, ребята, обнулился. Все обнулилось, но зато питомцы остались. И на этом, я думаю, можно сегодня завершить видео. Но если вы захотите продолжение посмотреть, как я здесь буду дальше прокачиваться и собирать крутых питомцев, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, не болейте, не скучайте. Пока-пока.